Об этой выставке и авторах работ можно говорить бесконечно, признался президент Организационного комитета фестиваля современного искусства «Перворыба» Александр Фофин. Талантливых иностранных и сибирских художников мероприятие объединяет уже в пятый раз. В этом году к творческому союзу присоединились фотографы Франции, Монголии и Туниса. Организаторы постарались расширить традиционную программу фестиваля. Мы большую часть времени уделили созданию работ, посвященных городу Иркутску. Мы придумали три акции, которые были посвящены городу и проходили в городе Иркутске. Первая – это «Иркутский пленэр», вторая акция «Иркутск глазами друзей» и третья акция – это роспись стены гостиницы «Арена» в городе Иркутске, которую мы назвали «Стена дружбы». Поиск новых художественных решений, обмен опытом и, пожалуй, самое приятное – неформальное общение на берегах Священного озера. Вот что главное в фестивале, отмечают участники. Возможно, поэтому и работы получаются нестандартные, экспериментальные, смелые и яркие. Каждая работа поддерживает другую работу. У нас же все это сделано, чтобы выставка была органичная. Поэтому все выливается из другого. То есть каждый художник заряжается другой работой, человеком заряжается, разговором. Все это работает. Несомненно, даже для выдающихся мастеров это неоценимый опыт. Сегодня у ангарчан есть возможность познакомиться с творениями, выполненными как коллективно, так и индивидуально. Но главное, и те, и другие с большим вдохновением. Мария Константинова, Михаил Тырышкин. Местное время.